Всем привет! Сегодня 6 января 2019 года, канун Рождества. Мы с моим постоянным спутником по остаткам моей жизни пришли к елочке, которую Татоша первый раз увидел в первую свою зиму 2016 года. Мы поздравляем вас всех с наступающим Рождеством. Сегодня в Москве, как обычно, снежно. Погода укрыла все белым-белым снегом. Мы сейчас в Косинском лесу. Вот такие вот у нас елки. Вот так у нас украшены деревья. Вот такой вот у нас пейзажик. Вот так вот все чистенько, тихо, красиво. Поэтому пёс-то тоже уже водит хоровод вокруг елочки один. Кто-то даже сумку с подарками, похоже, приготовил импровизированную. Вот игрушки. А вот снежный пес Сатоша. Еще раз поздравляем вас с Рождеством. Искренне желаем счастья, добра вашим семьям, вашим родным, близким, знакомым и вообще всем людям. С наступающим вас Рождеством. Пес Сатоша. Его бессменный оператор папа под названием Олег. Татош, ну, улыбнись в камеру. Ты уже потихоньку начинаешь снежной бородой обрастать. Ну все, всем пока. С Рождеством.